Хип-хоп лалей, а вы умеете, друзья, играть на костях. Вот сейчас мы сыграем на позвоночнике шеи. Точно так же тестируйте его, да, за сосцевидными отросточками. Вот так раз, вставили такую скобу и поперечные отростки позвонков на наклоны, на кивок, на ротацию. Все проходим вот вдоль этой мышцы, да, вот вниз, вот все до седьмого позвонка, все протестировали, да. Теперь замыкаем вот эти пластины фасеточных суставов, раз, вот так вот, латерофлексия и экстензия назад. Держим корпус, да, его, и продавливаем вниз. Так, где стрельнуло? Здесь? Да нет, нет, ненормально все. А что ты тогда так реагируешь? Теперь в эту сторону держится и просто продавливается аккуратно вниз. Да, да, погоди, болит здесь или нет, да? Нет, здесь не было, здесь больше было. Здесь больше было, да? Болезни нет. Боль внутри или это мышечная боль? Непонятно. Да, непонятно. Тогда проверяете мышцы, где они более напряжены. Ну, как правило, бывает тут натянуто. Либо она вообще не поворачивается голова, потому что с этой стороны мышцы натянуты. Вот. Протестировали. Теперь берем атлант, правим. Кладем голову, латерофлексия, флексия чуть вперед, такой наклон, ты сам ничего не делай, расслабляй, и предлагаем положить щечкой на ручку, вот положили, вот она качается, да, сами фиксируем его животом или грудью, на плечо зафиксировали, это получается, вот видите, от плеча, видишь, подкидывается, а вторая рука, вот она, на нее одеваем игрушку, петрушку такая, ку-ку. Ладно, шучу. Проверяют эти мышцы, которые сзади тянутся к черепу, да? Чтобы они были расслаблены. Вот когда она их расслабила, дополнительно размяла, тогда подкидывают немножко вверх. То есть вот мы шатали, когда почувствовали расслабление, то еще было, да? Немножко было. Ну ты уже делал там, по-моему. Я делал в другую сторону. И теперь правило такое. Когда мы ниже спускаемся по позвонкам, например, второй позвонок торчит вот в эту сторону, да, выпирает. Значит, в боковую отросток, вот эти косточки упираемся и распорку делаем от плеча, вот так вот, раз, тут еще ротация есть у нас, сам так не крути, раз, и вот сюда, желательно, вот если мы делали верхние позвонки, вот тут рука наша лежит, чем ниже опускаемся, тем больше вот у нас идет к затылочной кости, вот сюда упор, и чем ниже опускаемся вот этой рукой, да, до седьмого позвонка, тем меньше ротации, больше наклон ухом к плечу. То есть седьмой мы правим, первый вот в боковой отросток. Можно еще большим пальцем дополнительно вот так получается. Упереться в остистый отросток, вот первый, да, фиксация. И раскачали голову так, чтобы она под собственным весом. Да ты приходи в себя. Открывай глаза, ты видишь новый мир. Четче стал видеть? Да. Я тебя вижу. Понятно, вот основное правило, да? Рука опускается ниже, меньше делаем повороты, да? Чем доходим до атланта, атлант, он горизонтально, на нем лежит череп. Мы наклоняем его вот так, раскрываем тем самым, и поворачиваем череп относительно атланта. Все, дорогие друзья, с вас подписка, пишите комментарии. С вами был Олег Алавгудвин. Даю свет.